вообще уникальность этого спектакля в том, что он говорит о самом главном, о добре, о любви. Вообще сейчас вот у нас вокруг эти слова просто забываются, а детки, которые сюда приходят, они, я думаю, что уносят немножечко тепла. Равель, о языке Равеля можно говорить, написано очень много. Оркестровка еще была отмечена Прокофьевым своей вообще вот оригинальностью, сложностью, многогранностью. Спектакль сложен тем, что здесь участвует очень много героев, артистов хора, которые вклиниваются вот в это действие, артистов балета. Благодаря дирижеру-постановщику и режиссеру спектакль и немножечко приобрел другой, так сказать, оттенок. В спектакль введено болеро Равеля. И таким образом немножко смещается, как бы кульминация. Но все равно вот это доброе окончание, оно говорит о многом. Просто любви. Thank you.
Y no vi el hombre, está chido.